Привет, продолжается моя реакция. Следующая реакция на Экстази, новая Q-pop группа. Песня называется «Мариам». Раз, два, три. Да, Entertainment завидным постоянством, извините, язык заплетается уже. Выпускает новые группы. Секілді әлия, бұл жүрдек менмен. Сезімнің балыя, болайық жаныя, кетік дек менмен. Самыл салқым бойымды еседі, тек ойымда күндерді кешегі. Дөрт-дөрт-дөртін өстейм, алысты жақында ұздар естейм. Шамыл алы тұлқы сайып еседі, қамыларың еріп сөз өседі. Абайлап қарылып талайға шен болған малайда, айналма жақты кескісігінді әр ойна. Это, видимо, то, что касаемо футбола, это у футбольного поля. Уа. Куда полетел, там снега нету даже. Трамплинчик. Ай, да. Жестко, конечно. В конце он улетел. Непонятно, в какую историю улетел, потому что нет снега. Ну, может быть, конечно, то, что они были в горах. Где-то там снег лежал в какой-то момент. Вот. Очень мало просмотров. У ребят я поставлю им лайк. Вам тоже советую пройти по ссылочке, посмотреть. В общем, да, поддержать ребят. Пусть они развиваются, выпускают новые клипы. Пусть все будет хорошо у них. Песня такая легонькая, прикольная. Мне понравилась. По крайней мере, она заедает. Начинаешь подпевать уже. Мальчики тоже симпатичные. Вот этот харизматичный рэпер, супер харизматичный какой-то мне прям попался. Который очень качает. Второй тоже симпатичный, который на Изи похож. Вообще они, в принципе, все симпатичные. Просто вот чисто визуально я выбрала вот этих двух рэперов. Как обычно, рэперов, да, стандартно у меня. Проблемы с рэперами. Нравятся рэперы мне. Ну, кроме Night One, там больше... Хотя Night One мне все нравится. Все, что нравится. То есть, проблема зазлена. Всем пока!